Привет, друзья! Сегодня вам предложу вот такой вот интересный узор, который с одной стороны напоминает плетенку некоторую, ну а с другой стороны все-таки он похож на переплетение буфы, но только вяжется немного иначе. Раппорт составит 3 петли и 8 рядов высоту. Пряжа в образце на каперланта. Переходим к мастер-классу. Первый ряд раппорта – кромочная петля, 2 лицевые далее последуют. А третью петлю я снимаю, не провязываю, вместе с накидом. Повторяю раппорт, 2 лицевые петли, третью снимаю вместе с накидом. Таким образом вяжу первый ряд до конца. Второй ряд, те петли, которые снимали вместе с накидом, еще раз переснимаем вместе с накидом. Получается кромочная петля. Переснимаю петлю с накидом, добавляю еще один накид и 2 изнаночные. Переснимаю петлю с накидом вместе с одним еще накидом и 2 изнаночные. Третий ряд. Кромочная. Начинаю с 2 лицевых петель. Далее у нас переснятая петля с 2 накидами. Ее я провязываю вместе с этими накидами 1 изнаночной. Повторяю раппорт. 2 лицевые петли. И переснятую петлю с 2 накидами я провязываю 1 изнаночной. Четвертый ряд полностью провязываю изнаночными петлями. Кромочная и далее изнаночная. Пятый ряд и вторая часть раппорта. Провязываем ее также, но со смещением. Кромочная петля, и теперь я начинаю со снятой петли вместе с накидом. Далее 2 лицевые. Снимаю петлю вместе с накидом и 2 лицевые. Шестой ряд, кромочная. Его начинаю с 2 изнаночных. И далее петлю с накидом. Переснимаю, добавляя еще один накид. 2 изнаночные и петлю с накидом переснимаю, добавляя еще один накид. Седьмой ряд, кромочная и переснятые петли я провязываю вместе 1 изнаночной. Далее 2 лицевые петли. Еще раз, переснятые петли с накидами я провязываю вместе 1 изнаночные и 2 лицевые петли. И остается заключительный восьмой ряд, который я полностью провяжу изнаночными. И завершу таким образом раппорт данного узора. Ну что ж, друзья, узор я полностью для вас провязала. Надеюсь, результат вы оцените лайком, обязательно поставьте, отметьтесь позитивным комментарием, а также подпишитесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. Я желаю вам всего самого наилучшего, и мы скоро увидимся!